В Листе среди воспитанников дошкольных учреждений прошел конкурс «Хаврин Баир», посвященный национальному празднику Цагансар. В ходе выступления дети показали знания родного языка, читали стихи, благопожелания и даже устроили небольшие театральные постановки на калмыцком языке. Всего в конкурсе приняли участие 79 воспитанников детских садов города. Они выступали в двух номинациях. Жюри оценивали выступающих по нескольким критериям, среди которых правильное произношение звуков родного языка, выбор репертуара, умение интонации, жестами и мимикой передать свое отношение к содержанию текста, представляемого произведения и сценический образ. По итогу все победители и призеры были отмечены грамотами.